Вас приветствует компания Kinexip. Эта инструкция описывает, как наложить кинезиотейп при синдроме запястного канала. Вам понадобится прямой тейп длиной 20-25 см. Шаг первый. Согните кисть тыльной стороной ладони на себя. Шаг второй. Отделите подложку от рабочей поверхности тейпа. Наклейте якоря на тыл кисти и на середину предплечья, сформировав мостик. Шаг третий. Согните кисть, приклейте тейп по всей длине. Спасибо, что выбрали кинезио-тейпы Kinexip.